Вау! Я чуть не опоздала. Привет, сегодня с вами Таня Блэр. Это первое видео на моем канале. Надеюсь, вам понравится. Итак, начнем с того, то что я вас предупреждаю, я могу тараторить, иногда говорить непонятные слова, потому что я очень-преочень быстро говорю. Но я пытаюсь с этим бороться, так что вот. Итак, расскажу вам немножечко о себе. Меня зовут Таня, а точнее Таня Блэр, как я уже сказала до этого. Это мое первое видео на канале YouTube. И я надеюсь, то, что вам понравится, то, что вы подпишетесь на мой канал. Итак, мне 14 лет. Я учусь в 8 классе. Да, я маленькая, не говорите мне. Итак, зачем же я вообще создала этот канал? Я думаю, в будущем создать свою профессию. Например, там снимать что-то. И я вот уже решила себя попробовать в виде видеоблогера и посмотреть, понравится ли мне это или нет, имею ли я специальные там навыки, чтобы снимать видео, там, я знаю, актерские какие-то навыки нужны. Ну, собственно, для этого я и создала. Если у меня наберется много подписчиков, то тогда я, возможно, и если вам будут нравиться мои влоги, то тогда я, возможно, куплю себе хорошую камеру, где, ну, короче, я тогда буду продолжать вести себя в виде видеоблогера, буду смотреть себя, ну, вроде как это профессия мне нужна, я не знаю, если я не права, тогда поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Так что вот тогда, если все будет хорошо, если мне понравится, если вам понравится, как я все снимаю, то, как я и сказала раньше, я себе куплю хорошую камеру, и буду снимать, наверное, достаточно серьезные, интересные влоги. Итак, ни для кого не секрет то, что уже октябрь месяц, а сейчас остался один месяц, и все, свобода. Тогда будут каникулы, все куда-то, наверное, разъедутся, кто-то к бабушке. Наконец-то выпадет первый снег в ноябре. Точнее, у нас уже он... А, еще у нас на днях выпал снег. Я потом, наверное, кину как-нибудь фотки, и если получится, то я сделаю влог по поводу этого снега. Да кому это вообще интересно? Ну ладно, может, кто-то и найдется, кто посмотрит. Итак, как вы видите, я вообще неопытный видеоблогер, я не смотрела никаких уроков, я только смотрела популярных видеоблогеров. Ну, они снимают отлично, не то что я, у них освещение, камера хорошая, ну и тому подобное, не то, что у меня. Ох, так, что же я еще знаю? А, еще я знаю то, что влог должен длиться, ну, в среднем до 6 минут, так что, думаю, я выдержу. Так что вот, это несложно, я вам хочу сказать, потому что я еще не нашла программу для видеомонтажа, потому что бесплатную хорошую программу все равно нигде не скачаешь. Так что я думаю, через недельки так две я, наверное, куплю себе очень хорошую, ну не то чтобы очень, ну короче, я куплю себе хорошую программу для видеомонтажа, буду монтировать видео, добавлять все такое, ну а сейчас мне приходится снимать, открою вам секрет. Я сейчас снимаю и пытаюсь сказать все без ошибок, и у меня это, конечно же, не получается. Я уже, наверное, видео... Знаете, какой раз я уже это видео переснимаю? Наверное, дайте-ка вспомнить... Раз шестой. Да, именно шестой раз. Или седьмой. Дай пофиг. Итак, я смотрю, у многих видеоблогеров есть такая рубрика, где они показывают, что им понравилось в этом месяце. Я думаю, я за ними повторю. Мне можно, потому что я еще только начинаю. Потом, возможно, я только начинаю снимать. Потом, возможно, я открою свою какую-нибудь рубрику, ни у кого не стащу, а именно сама придумаю. Ну, как-то так. И покажу вам, к примеру, ну, на днях я вам покажу, что мне понравилось в этом месяце. Брам! Итак, я думаю, когда приедет ко мне сестра, я сниму вместе с ней видеовлог, а так... Я думаю, где-то через недельку приглашу к себе мою лучшую подругу Наташу. Ссылка ВКонтакте, наверное, если хотите посмотреть на нее, будет вот тут. Ссылка в описании будет. Ну, я с ней безумно хорошо дружу, прям вообще. И думаю, с ней сниму какой-нибудь влог, если она будет, конечно, не против. Не будет она против, я это знаю.
Думаю, у вас у всех с учебой хорошо, потому что я свою учебу подтянула достаточно так на пятерке и на четверке. Так что крепитесь, ребята, еще осталось немножко и будет. О, и будет каникула, потом опять вторая четверть, экзамены. Скоро у меня будет через год. А, кстати, об экзаменах. Ребята, которые в 10-11, боже, как же вам, наверное, страшно будет сдавать экзамены. Вы, главное, сейчас начинайте учиться, потому что потом, если под конец, у меня сестра уже сдавала экзамены. Если потом под конец, то вам будет очень-очень худо. Я сейчас несла какую-то чушь. Ну ладно, мне это простительно. В следующих логах буду какую-нибудь нормальную. Эх, ладно, ребята, уже скоро будет. Вот уже 58, 59, 6 минут. Вот. Ребята, всем пока. С вами была я, Таня. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Если вам понравилось это видео, этот влог, тогда ставьте мне палец вверх. А если же нет, тогда напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам именно не понравилось. И я уверена, что вы подпишитесь на мой канал, потому что дальше будет только интереснее. Я уверена, что мы с вами подружимся в будущем. И я надеюсь, у меня будет много подписчиков, потому что я вас уже люблю, хотя еще пока никто не подписан на мой канал. Но знаете, что я вас уже люблю. И до скорых встреч. Пока!